останавливаться на достигнутом. Очень дальний трехочковый. Забивая, практически мог забить этот мяч. А в финальной пульке этого работает практически во всех студенческих командах. Здесь нет звезд. Здесь все должны по чуть-чуть приносить защиту. Лес рук перед собой видит. Молодец. И австралийский центровой еще и трешки бросает. Но играть в защите против такого техничного защитника, игрока на Багамском острове, Райском острове, в Имперское, дюйма 3. Фол. Взаимодействие. Ну и как защитник роста. Вот подобный сеттинг дает нам... Как же он высоко выпрыгнул, а? Как черт из табакерки? Да и похож он на него. И трех очков. Высоким местам, скажем так, в мартовском безумии. Интересно, что получается команда Бейлор где-то очень близко уже к этому. Очень дальний трехочковый. Сделать стерильно чисто Джонатану Мотли, игрока команды соперника, мнение по поводу того, был ли фол или нет. Следующего соперника, а точные штрафные в подобной концовке.